Он в раздумье седой головою поник. Скорбно видеть такую картину. Стал не нужен любимому сыну. С орденами почета глубокий старик. Есть у сына работа, квартира, жена. Двое деток уже повзрослели. Преуспевший в коммерческом деле, пьет он чашу греховных деяний до дна. А отец стал обузой в семье гордеца. И один из друзей оголтелых посоветовал в дом престарелых сыну сдать по знакомству родного отца. Не перечил отец, глубоко осознав, что для сына стал только помехой, пожелал он домашним успеха и собрался, явивший незлобивый нрав. Подкатил к дому старости новенький форт, старика провожал сын с почетом. «Позабудь, папа, все недочеты!» Он сказал, «там тебя ожидает комфорт». Но отец в тот комфорт уходить не спешил. Посмотревши кругом без укора, старый пень он нашел у забора. И заплакал, на пень опустился без сил. «Плакать нечего», — сын с недовольством сказал. «В доме старости будет неплохо». Но отец после тяжкого вздоха так ответил, платком вытирая глаза. «Не о том плачу я, дорогой мой сынок, что такая мне доля досталась. Получил под глубокую старость я суровый, но очень правдивый урок. Вспомнил я, как давно, вот на этом же пне, мой отец точно так долго плакал. Не исполнил сыновнего долга, горько плакать приходится мне. Что тогда я посеял, теперь тоже жну. Видно, есть справедливость на свете. За посев воздают старцам дети». Встрепенувши, молчал сын минуту одну. А потом вдруг сказал: «Папа, едем домой. Совесть душу неистово гложет. Буду старым, и я, не дай Боже, чтоб со мной поступил точно так сын родной. К вам хочу обратиться теперь я, друзья, мало сеющих в истинном свете, но закон правды есть на планете. Что посеял сегодня, то завтра пожнешь. Если сеешь при жизни в греховную плоть, то от плоти пожнешь только тленье. Сейте в дух, чтоб пожать воскресенье. Никогда поругаем не будет Господь». Аминь. Слава Богу.